Распаковываем посылку магазина Banggood Китайской Народной Республики. Здесь находится перо ступенчатое. Вот такое вот качество. Ну, качество нормальное. Как себя поведет, потом мы вам напишем на сайте mirrobot.ru. Будем использовать для сверления отверстий для роботов. И также набор фрез дисковых для дремеля. Таких. Заточка вроде хорошая. Качество, ну, мы потом сделаем обзор на своем сайте Mirrobot.ru и на канале Академия робототехники. Как они себя ведут. Здесь тоже вроде бы все нормально. Брали фрезы для резки пластика. Что там еще? Больше ничего нет.